А вы знаете, почему кошкам разрешают заходить в храмы? Почему они живут при храмах и монастырях? Это не просто так. Святые старцы говорят, что кошки знают дорогу в рай. Не просто знают, они видят ее. У каждой кошки есть свой ангел-хранитель и небесный покровитель. У кошек дар отгонять нечистую силу. После смерти они сразу попадают в рай и молятся там о своих хозяевах. Человек, спасший или приютивший кошку, заглаживает множество грехов, привлекает на себя благодать и получает молитвенника за себя в виде своего питомца. Эх, если вы всю эту хинею до сих пор слушали на полном серьезе, то у вас очень большие духовные проблемы. Любите животных, любите своих питомцев, но почему? Почему вы смотрите все это вместо того, чтобы что-то узнать о Христе? Почему ролики о Боге, о Писании, о духовной жизни смотрят в тысячи раз меньше, чем про святых котиков? Кстати, этих котят можно забрать. И они могут стать вам настоящими друзьями.